сердишь меня, как мне это нравится. А я-то хотел вам кое-что предложить. Что именно? Так, вот это. Рубашку? Да нет же. Вот это. Жилет? Да нет же, мое сердце. Как мне стыдно. Вот я сейчас пойду и все расскажу вашей жене. Скажите, скажите так, если завтра я буду свободен, как рыба в воде, и как птица в воде. Это наоборот. Да? Ну хорошо, если завтра я буду свободен, наоборот. Вы смогли бы меня полюбить? Ну, хоть немножечко. Знаете, это все из-за моей жены. Так не волнуйтесь, я в любой момент от нее избавлюсь. Не могу, все равно не могу вам ничего сказать раньше завтрашнего дня. Ой, ужасный характер. Кстати. Ужасный характер. Кстати.